Доброго субботнего утра всем жителям Приамурска и слушателям радио «Амур». В лужах переливами играет бензин, на месте сошедших сугробов виднеется прошлогодний мусор, а это значит, в наши края наконец-то пришла весна, и тепло становится не от выбросов с китайского целлюлозного завода, а от солнца, которое совершенно бесплатно дарит нам хорошее настроение и веру в лучшее. Что, а? Клуб родного города без капитана оставишь. А мне пофиг, я Зинин болею. Никакого локального патриотизма. Да, блин! Пожалей жопу мою, вон круглому пробей. Что мне-то? Это ты гол привез. Да? А кто за мячом не прыгает? Че, щеки на полворота отрастил, все, можно не прыгать. Пацаны, прошу прощения, что прерываю. Илюх, ну тебе реально пора. Эй, так нам еще пробивают, алло! Ну, стоять! Так, ты еще пробивают, какой? Ну, сорян, пацаны! Спасибо, что подвезла, кису. Че, тебя теперь мамы твоих кисуль подвозят? Илюх! Это мамуля любой кисуле фору даст. Я как выжатый тюбик. Если бы режим сбивал своей до мамули, я уже уехал отсюда. Ой, да ладно, не завидуй. Тренироваться надо, а не тусить тюбик. Илюх, тренируется тот, кто играть не умеет. Это вам кривоногим надо. А я и так могу. Где ж ты сегодня приехал-то? Сегодня что май придет и зарплату даст. Ну и где этот горе-гендиректор? Обещал на тренировку прийти? Дед, пофиг ему на нас, он не придет. Молодь. Рот закрой. Будешь дебильником мы с током шарахнут. С другой стороны. Минуточку внимания! Секунда, Фечка. Вот так. Всем доброго приамурского дня. Эти строки пишу вам я, бессменный генеральный директор клуба «Родина» Олег Олегович Тумаев. Выждать, пока закончат хлопать. Вам наверняка интересно, почему вместо меня на встречу с игроками пришла девочка. Отвечаю, согласно исследованиям психологов, неприятная информация от ребенка воспринимается менее враждебно, чем от взрослого. А новости, чего уж скрывать, не сахар. Тяжело вздохнуть. С болью в сердце сообщаю, что наша любимая родина из-за отсутствия финансирования снимается с первенства второй лиги. И в весенней части сезона участие принимать не будет. Чего? Через несколько дней клуб начинает процедуру банкротства. Поэтому жду от вас ключи. В смысле? А зарплата? Подождите, не перебивайте, ребенок же читает. Ну, продолжай, Ачка. Хорошо. И как-то не прискорбно, долги по заработной плате клуб возместить также не в состоянии. Я верю, что эти испытания вы пройдете с честью и найдете себя в новых клубах. Желаю удачи и добра. Ваш ОО. Умница! Я не понял. А что, завтра тренировки не будет?
Да бери уже трубку, ты. Сейчас я этой крысе все выставлю. Олег Олегович! Здрасте! Олег Олегович, это футболисты из Родины. Здравствуйте, здравствуйте. А разве вам девочка все не сказала на собрании? Да хотелось бы как-то от вас комментарий услышать. Друзья, дела наши безрадостны. Мэр обрубил финансирование. Да это ж вы, мэр! Да. Поэтому сердце мое разрывается на части. Слышь ты, директор! Я тебе сейчас бомбон нашелушу, ты! Олег Олегович, все понимаем, но нам-то что делать? Друзья мои, вселенная дает вам возможность найти себя в чем-нибудь другом. Конечно, если найдется желающий, я с трепетом в сердце передам ему свое детище за 10 миллионов. И что, есть такие желающие? Конечно, нет. Поэтому я решил распустить клуб. Всего доброго, ребята! Нет, Олег Олегович, стой! А что ты с ним, что вы с ним разговариваешь? Олег Олегович! Что ты с ним разговариваешь? Ты думаешь, если ты закрылся, я тебя не дам? Дед! Дед, ты как? Какой счет? Держи. Спасибо. Может, это и хорошо? Чего хорошего? Теперь тебя тут ничего не держит. Давай уедем. Илюх, я все посчитала. Нам на первое время с тобой хватит, пока я не устроюсь на работу. Вот. Да и ты найдешь себе команду. Ты же классный футболист. Все будет хорошо. Спасибо, Катюш. Ну, а пацаны как? Начнут все загнуться через месяц. Пацаны все взрослые мужики. И сами разберутся. Ну да, и у города не будет команд. Илюх, я все понимаю. Но подумай, пожалуйста, о нас, а не о городе. Ну что? За окончание карьеры. Че, у кого какие планы на жизнь? У меня все на мази. В спортшколу пойду детей тренировать. Так ее же закрыли. Когда? 4 года назад. Тогда еще по одной. Футбол. А сейчас я пипец успешный. И что теперь, вот так все бросить? Что у тебя есть? Что у нас у всех есть? Только футбол и клуб. Что у нас было, Илюх? Что у нас было? Я что подумал? Может, нам самим владельца найти, а? Есть одна проблемка.
километров. Только медвежье говно и тюрьмы. Не, есть один вариантик. Краб. Не, футбол – это игра для гомосеков. Вы гомосеки? Нет. Ну и зачем мне покупать гомосецкий клуб? Смотрите, чтобы у города была своя команда. Чтобы дети мечтали стать футболистами. Да и... не слушайте вы его. У него голова только для того, чтобы голы забивать. Вот вы. Статусный человек. А что, есть сомнения? Ни в коем случае. Просто все статусные люди себе покупают футбольные клубы. Такое неписанное правило у них. У вас. Да ладно? Да. Примеры? Пабло Эскобар. Донна сицилийской мафии. О. Это хороший пример. А тогда можно будет клуб по-другому назвать? Алла. Часть мамы. Само собой. Хоть Эдуард. Не, это по-гомосяцки. Согласен. Складно лопочешь, но любой базар требует проверки. Вот эту сумку надо будет отвезти в одно место, там поменять на такую же и привезти обратно. Послушайте, спасибо вам большое, правда, но мы, наверное, пойдем. Хотя мы и согласны. Куда везти? В Китай. А. В этой сумке дикого женьшеня на 1 000 000 юаней. Если что-нибудь не так будет, ну или вы сумку просрете. Вам хана. Так и думал. Че я тут трясу, как на последнем звонке? Полчаса уже. Виноват. Проводи. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Нельзя было без этих приколов. Просто денег попросить, а не вести контрабанду. Ты можешь не говорить это слово? Какое? Контрабанда? Да. Не говорить слово контрабанда. Никто не говорит контрабанда, когда везет контрабанду. Ты сам себя тренировал, сказал контрабанда. Не ори. Первый раз за границу еду. Хоть странно другой посмотрю. Павлик, да ты что делаешь? Да не свети ты так, мы спалимся. Чего мы не будем смотреть? Сумку отдадим и все назад. Дед, ты можешь так сильно не хлепать веслами? А то нас во всем Китае услышат. Я к берегу хочу скорее причалить, лососина тупая. А причали сейчас в тюрьме китайской. Так, все, а ну хватит, короче. Хорыща, сейчас лодку кувыркнешь, дед. Сядь. Сядь, Денчик. Я сказал. Сядь, блин. Возьми, возьми. Да сядь, блядь. Погоди, да сядь, блядь. Да сядь, блядь. Весла. Денчик. Весла. Какие весла? Холодно. Холодно. Нет, да зато ты главный. Да, класс. Thank you.
Говно китайское. Что такое? А говорят, воду непроницаемый. Дай сюда. Ну охренеть теперь, что у нас координатов нет? А я виноват, что я в воду упал. А кто виноват? Дед, что ли? Конечно. Мореход контужный. Тачка! Какой план? Никакого плана. Лежим и думаем. Слепую там жарить вообще не вариант. Я колею сейчас планы придумывать. Вон. Строение одноэтажное. Походу, наше. Еще ты взял, что это наше, а не пограничников. Это строение? Строение. Одноэтажное? Одноэтажное, значит, наше. Че, дурак? Сядь, иди сюда! Да ты-то куда? Да если его там спалят сейчас. Пусть проверят уже. Погранцы! Погранцы! Почему? Мама пожучила! 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 Мама сказать. Да прыгай, я тебя вытащу! Прыгай! Не бойся! Я... Кто боится? Дед! 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 Как так-то? Это же дед. Такие, как он, не умирают. Серегу я, как говорится, знал с молодых ногтей. Ну, конечно, у него не было выдающихся данных, но у него был стержень. Он всегда боролся за справедливость. Я вспоминаю ему лет 11. А Краб-то так и не звонил? На кожаном мече он... Не радуйся. Ногу сломал. Ну что,
Помянем Сережу. А чё радуйся-то? Ты понимаешь, что если он нам не звонил, он нас из людей вычеркнул? Да не нагоняй дичи. Точно говорю. Не жиль сама. Приедет сейчас его убивать. Твою мать! Что? Не смотри. Куда? Не смотри туда. Не смотри. Тихо. Там справа. Не смотри туда. Там этот лысый из тюрьмы, который с крабом, помнишь? Он там сидит за столом. Вот. Ты батя Витька. Капец. Похож. Вообще не похож. Тот худее и старше. Там в тюрьме света мало, там все худее и старше. Я что, ребят, хочу сказать-то. Вообще жизнь-то она не заканчивается. Давайте выпьем за живых. Чокаемся. Вить. Не паникуй. Сейчас деда похороним и разъедемся. Краб все равно в тюрьме, как он нас достанет? Это ж краб. Как-нибудь деда достанет. Краб. Куда ты? Зачем ты сбросил? Зачем? А что ты мне его дал? Что мне надо было? Просто не отвечать. Сам бы и не отвечал. Это кто? Знаю. Ты ее знаешь? Нет. Какая-то девочка. Чего ты девочек уже боишься? Малой! Иди проверь. Иди, 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 иди. Мой папа. Дед твой папа? Мой пап не дед. Он... Как вообще он умер? Он... утонул. Слушай, а ты хорошо его знал? Очень. А он был добрым человеком? Кто? Дед-то? Добрым? Ну, да, наверное. Ну, по-своему. Всем салют со дна Амура! Дед, ты как тут? Как? Рыбаки у Быковки выловили. Дед. Спирта дали. Дед. Все. Потом как сели, налка карусель. Дайте что-нибудь пожрать, трясет как стиральную машину. Спасибо, девчуля. Я рада, что ты живой. Папа. Чё? Какой папа? Я дочь твоя, Марина. Спасибо, не надо. О, мудя ваш китайский. Сука. О. Соль. Соль, дай тебе. Попить. Соль, подай, соль, подай. Вот. Садись. Все, нужно. Слышь, дед! А что мы сидим-то? К крабу поехали. Да, да. 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 Что за барракуда бешеный?
Прости. Гомосеки. А, мне китайцы уже отзвонились. Рассказали про ваши приключения. Едва не погибли. Да мне похрен. Сумка при вас. Да, действительно, чуть не погибли, но сумку не потеряли. А я смотрю, вы ровные пацаны. Раз мы, ну, ровные пацаны, может, вы рассмотрите вариант с покупкой родины? Открой. А то у тебя хорошая хватка. Фу! Фу! Закрой! Закрой! Это что такое? Это такая женщина? Бомжатина! Воняет! Вы мне теперь торчите 1 000 000 юаней за порчу товара. Да ладно, вам серьезно, что ли? Ну, да откуда у нас? Мы же, ну, нищеброды. За. У. У. Займи. Убей. Укради. Пошли нахрен отсюда. У вас месяц! Пошли отсюда! Простите, пожалуйста, откройте, ой, пожалуйста. Пожалуйста! Откройте, пожалуйста! Ой! Она открыта, спасибо, до свидания! В этих костюмах и похоронят нас. Хорош, Денчик. Как-нибудь выкрутимся. Он одного должника живьем закопал. Люди еще 2 суток крики из-под земли слышали. Куда? А? Домой. Говнюков.